Хей, йога, с вами Шмидт, и мы продолжаем проходить игру по названием Devil May Cry 5. И у нас миссия вторая, Клипот. Эта история начинается задолго до того, как... Уризен занял свой трон, неизвестный лишил Нера демонической правой руки, и вот месяц спустя Нера обрел новую силу, бичи дьявола, которые помогли ему прибыть через орды демонов в Орден Грейн и отыскать Ви. Я не знаю, либо это Ви, либо В. 15 июля, 5.32. Все, приехали. Ясно, дальше пешком. Эй, зацени. А чего? И что это? От марсиана. Думаю, это Мафис. Что, я не успел. А письмо Марисона. С тех пор, как я послала так раз... Я послала последний раз письмо. Письмо прошло уже до... Так, добрых лет 30. У меня нет печатной машинки, поэтому придется тебе разбирать мой хреновый почерк. Говорят, ты возвращаешься в Рейд Грейв. Поначалу я не мог, много подумал, о чем тебе помочь. Я не такой силач, как ты. Ты особых умом тебе не отличается. Однажды ты учитывал мою род деятельности, и я могу дать тебе несколько наводов. Не знаю, насколько они тебе пригодятся, но лучше, чем ничего без них, так? Так, ладно, когда я впервые встретил Данте, он использовал другие имя, Тони Рейд. Интересно, правда? Тони Рейд, Рейд Грейв Сити. Совпадение или же нет? Честно, понять не имею. Однажды раз, ух ты, думал, направишься там вскоре правду и узнаешь, поэтому-то я и решил рассказать тебе все, что знаю о Данте. Я нечестно делаю такие сведения, парень. Тебе причитается. Письмо Марисонов. Приходите миссии, чтобы отыскать новую информацию, такую как письмо Марисона. Посмотрите такие документы. Можно в галерее, в главном меню, в разделе «Библиотека». Блин, а я воды не набрал, а уже третью серию снимаю. Ну, мы идем или как? Я только тебя и жду. Чур, я готовлю. Есть пожелания? Сюжет этой истории начинается задолго до... Как па-па-па, это мы уже прочли. Заметьте, что у нас здесь показано по времени, где, что, когда произошло пролог, миссия первая, Клипот. Привет-привет, а у меня есть для тебя новая рука. Следующая ступень длани дьявола. Исследование. Волны страдания небес. Гербера. Тебе интересует только лучшая версия, так? Демоническое озарение. Гиберта GP. Выбирай. Чер 01. И GP 01. Короче, она достает все руки, которые издался. Ты же любишь пасту, да? Стоп. Так. Вкуснятина, бич пасты. Попробуй эту малышку. Боже, какие только нету у нее поприкушек. И это все долго будет, ой боже. Там должно быть... Держи, с этим ты... До чего угодно дотянешься. Блин, чувств. Рука помощи. Кирей, это понравится, если ты не понимаешь, о чем я. Если ты понимаешь, о чем я. Там должно быть в количестве 16 с чем-то штук у нас рук, поэтому. Тебе интересует только лучшее, просто так. Мегабластер. Старый друг. Выбирай. Мегабластер, здорово, из-за Мегамен. По идее, 11. О. Персонализация. Обучение. Персонализация, чтобы получить преимущество в бою, покупая здесь навыки и предметы за красные сферы, и меняя используемое снаряжение. Навыки, бичи дьявола. Бичи дьявола здесь можно воспользоваться, так, запасы бичи дьявола, их особая способность приготовиться в бою. Поэтому закупай
впрок. Персонализация снаряжения. Здесь можно так изменить оружие и снаряжение используйте изменить для поиска идеальной комбинации. Персонализация предмета. Здесь можно так приобрести сферы, способные не только увеличить запас здоровья, но даже оживить в бою. Так, ну по предмету, в принципе, не сфера. Мы можем купить их, почему бы и нет. Так, золотая сфера. Золотой камень сотворенный секретным способом может воскрешать мертвых. Синяя сфера. Кристалл так собранный из 4 синих осколков кристаллизации жизненных энергий увеличит максимальное здоровье. Снаряжение. Так, бич дьявола. Как вы видите, мы можем это все дело покупать. Партию. Ну зачем нам это покупать? Так, давайте тогда сначала начнем, да? Так, прелюдия. Универсальный бич дьявола раскидывает врагов электрическим ударом. Можно метнуть и взорвать удаленно. Гарбера. Маневренный бич дьявола позволяет прерывать атаки врагов с помощью ударных волн или создавать луч энергии. Гербер GP-01. Бич дьявола с раскраской от Тедди Кавамори позволяет так свободно перемещать с помощью ударных волн. Бич пасты. Необычный бич дьявола создан с целью помочь Неры есть пасту. Так, наконечник вращается, но не слишком полезен в бою. Зачем он тогда нужен? Блин, чувств. Бич дьявола сделан ради Кирии. Гибкий материал, не раздражающий кожу. А вибрацию унимает боль. Мегабластер. Бластер Мегамена в облике бича дьявола. Прекрасно подходит для дальнего боя. И изменять некоторые действия. Купить партию. Купить по одному бучу дьявола из всех доступных в меню. За покупку партии скидка не предоставляется. Смысл тогда. Так, у нас есть синяя роза, алая королева, акселератор, бич дьявола. Угу. Способности, скорость. А почему я не могу это дело покупать, апгрейдить? А нет, я не хочу персонализацию заканчивать. У меня до хера душ, у меня 13 тысяч. У меня даже... У меня 120 тысяч душ, ни хера себе. О, все, 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 можно, можно. Все. Так, скорость удержите та-та-та в том же положении, чтобы перейти на... Полноценный бег, все изучить. Так, перескок. Легкие движения, уклонение от вражеских атак, чтобы с легкостью провести контратаку. Захват тросом. Улучшать захват тросом, увеличивая его дальность. Двойной прыжок. Концентруйтесь магические энергии у себя под ногами, чтобы совершить так повторный прыжок и подобраться до недостигаемых мест. Прыжок от врагов. Находясь в воздухе, используйте врагов в качестве подножки, чтобы совершить так, повторный прыжок. Так, требуется больше сфер. Увеличит радиус сбора сфер. Ну, это я не вижу смысла. Акс провакцион. Особая провокация, за которую была уплачена огромная цена. Увеличит ранг стиля сильнее обычного. Ну, ранг стиля имеется в виду S, ранг SS и просто SSSS. Так, хорошо, ну в принципе здесь перескок не нужен. Опа, еще вот это куплю, да. Эффективный маневр, уклонение, расширяя доступную вам возможность. Не, давайте, блин, до конца купим вот это все дело. Перескоки. И двойной прыжок.
Так, а что имеется в виду под синяя роза? Так, навык краски 2. Еще более усиленный навык краски. Удерживайте это, чтобы заполнить шкалу пуль и осуществить 3 выстрела, когда она заполнена. Ну, купить. Рывок. Так, мощная атака в рывке, поражающая всех ближайших врагов. Нет. Жесткий удар сверху вниз. Так, рассекающий врагов пополам. В принципе, рывок можно купить. У меня 33 тысячи осталось. Акселератор. Улучшает акселератор, расходует 2 заряда шкалы акселератора и позволяет выполнить приемы. Макс действия. Так, активируйте акселератор сразу же после атаки, чтобы полностью заполнить шкалу акселератора. Последний, так, третья. Давайте до конца купим акселератор вот этот. А вот бич дьявола... Я не уверен, чтобы им пользоваться, поэтому нафиг пока что он не нужен. Так, рывок. Перескок, азарт. Shift вперед. И атака. Ну блин, рывок, в принципе, я думаю, мне пригодится для более таких жестких атак. Дохера все тратится. Ох, дохера. Разрез. Shift вперед, назад. Так, серия мощных ударов, которые наносят огромный урон любому, кому не позволит оказаться на вашем пути. А затем ба-ба-бам. Изучить. Королева, королева. На земле, так, зажмите ц-ц-ц-ц, а затем ц-ц-ц-ц-ц. Все. Больше мне ни на что, да, не хватает. Я хотел сферу купить. Да. Закончить персонализацию, да. Шоп, ребята, поехали тогда выполнять миссию. Так, луч Липекстатора. Так, новые гербы, которые позволяют выпускать персонализацию. Экран персонализации можно найти в меню миссий. Так, подготовка ключа к настоящему стилю боя. Так, ну, в принципе, у нас... Клипот. Поехали. Советы бича дьявола никогда до дьявола хрупкие. И могут сломаться, если пропустить удар во время их использования. Иногда их стоит так поберечь, а иногда активно использовать. Но с вами мы будем, в принципе, только их экономить, либо вообще даже не использовать. А в зависимости от врагов. Время у нас уже 0.15. Бластер. Аута. А, все, я могу двигаться, ништяк. Так, все. Давайте зарежем, я думаю, заранее. Мне нужно догнать Ви и поскорее. Три заряда, я думаю, будет мне достаточно, особенно на боссах. Во-во-во-во-во. А. Я уже вижу этих тварей. Так, а смысле люди? Ну и бардак.
Я вижу этот. Они растворяются в виде пепла. Жестко. Что произошло? Они типа не смогли убежать от этой херни? Видите, как он бежит? Потом типа ускоряется и все нормально. Ну ладно, более-менее. Обучение, ранг стиля. Среди прочего по деятельности и разнообразие ваших комбо определяют количество очков стиля, а также ранг стиля, отображающий на экране. Ранги стиля влияют на ваш так итоговый счет по завершении миссии, так что двигайтесь эффективно. А, ты еще не мертвый. Бац. Бам, 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 бам. Ну видите, все равно как бы более-менее в замедленной всем съемке у нас все идет это дело. Но я, конечно, осознаю тот факт, что это, скорее всего, у меня все это дело происходит такое именно лаги. Ну все же. Все же. Я не могу себе позволить больше, камон. То, что игра хотя бы у меня играется, и с вертикальной синхронизацией, замечу. Да-да. Я хочу, чтобы было 60 FPS. Конечно, если я видео типа перестану снимать, то у меня картиночка должна... Что, демоны вообще забыли в этом городе? В нем есть что-то особенное? В принципе, если бы я не, сейчас не снимал, по идее, видео должно идти очень плавно и тянуть. Но я снимаю... И поэтому ничего не знаю. Что игра тянет, то и играю. Ну, компьютер хотя бы для съемки. Просто взять Happy, какая-то там была игра, которую я хотел поиграть, но увы, я не смог в нее поиграть из-за того, что очень жесткие фризы. Просто невероятно жесткие фризы были. Кому ты это говоришь, Данте? Ну ладно, Ниро. Короче, похоже, не хочешь, да? Так, у нас полностью заряжен, поэтому нормально.
А босик? Нет, это смерть из третьей части. Адский Каин. Чёртовы адские Каины. Вы на кого нарвались, вы? Эйс, найс, си-си-си-си. Так, все, отель у нас. Доступ к отелю, и так я вижу сферы красные. Если что, у нас в игре есть транзакции, но я их использовать точно не буду. Я ведь бомж, и вы о чем? Блин, мне бесит за немного как бы размытие по сторонам. Я бы такой, чтобы их вообще убрать, но их нельзя убрать. И можно. Не знаю, походу нельзя. Да, походу нельзя. Обычный. Выкл, выкл, выкл. Все на низком у нас почти стоит, поэтому. Ничего не знаю. Все. Ого. Отель уже разваливается. Что-то бластер не тратится. По идее, он должен полный заряд потом юзать, типа бам, типа такой огромный взрыв. Что-то я его не вижу. На. Поэтому всегда нужно заряжать наперед эту меч-пилу. И перезаряжать пистолет. О. Мини-сфера. Ну, вы сами видите, как он передвигается. Не сказать, что очень быстро, да? Типа, вот я разогнался на всю мощь, но я не могу очень быстро далеко бежать. Как будто, я не знаю, как в жвачке, знаете, он бежит. Похоже, я там буду раньше, чем Ви. Но это потому, что мы читали с вами все, что можно прокачать, но ну, и мы теперь хотя бы более-менее знаем, что нам нужно прокачивать. Это все в ролях. DMC Crow.
Да, мы можем двойной прыжок юзать. Пытаешься меня остановить? Ой, как страшно. Изучить. Хм. Да, должно сработать. Фу, что мы взяли с собой? Личинка пожирателя демонического древа. Детеныш Нидхега. Детеныш паразит Нидхега. Пытается ослабшить так частями клеток. Разрушаем его внутреннюю структуру. Фу. Гусеница сраная. Ну, типа, вот эту, да, херню уничтожает. Ну да, походу-то она такая есть. Я бы сказал, на что это похоже, но нахер нам надо. Ну да. На самом деле, если бы оно раскрылось, я бы пошутил, но окей. Оно не раскрылось, поэтому надо было просто попробовать... Я еще несколько какие-то. Что-то Винни похож на демона. Ой, стоять, а я ж это. Шифт-шифт там, да, было сказано. Нет, стоять. Обучение. Вот, уклонение. Shift, Space. О-о-о. О-о-о-о-о-о. Стоп, откуда... видишь, я пришел. Следующая цель. Так, ну, так, нажмите и удерживайте контр. Если потерялись, нажмите и удерживайте контр, чтобы повысить камеру в направлении следующей цели. А, пойди по прямой. Так, возвращаемся. А я у кого-то в хате. О! А, кажется, я немного попался. Ребят, вы хотите тоже со мной потанцевать в кровати? Готово. Биском. Биском. Хм. Думали меня в ловушку, да, зацепить? Ну, нихера. Вот там, в комнате, типа, да, вот здесь, видите, он как бы быстро передвигается. А там как-то... Ну, нет. Вот, даже здесь он просто быстренько передвигается, а в больших открытых местах не так. Тихо. Завалено, завалено. Ну, тогда мне ничего не остается, как идти туда.
Нет, не сюда. Блин, так игра красиво выглядит на самом деле. Мне почему-то Devil May Cry 4, ну просто Devil May Cry, да, он по идее. Что опять? Ну и опять нам придется искать с тобой эту херню. О, я вижу внизу что-то. Личинус. Вот черт. Не, ну пистолет. Посмотри, выгоднее использовать. Би. Здесь ничего у нас не лежало. Похода нет. Почему он по Неру вообще вначале медленно бегает? Уже 31 минута, то уже 32 минуты, пипец. Но мы не закончим, пока не убьем босса. А можно... раздутую вагину быстрее уничтожать? Спасибо. Благодарю. Опа. Хотел сказать, что я нашел проход. В принципе, оно так и есть. Я все равно нашел проход. Опять печать? Так это уже какая-то другая печать. Секретная миссия. Во время прохождения миссии вы иногда можете находить особые рисунки, начерченные на разных элементах так окружения, такие как стены, потолки или пол. Встаньте на освещенную точку под... так, неподалеку и подберите такой угол обзора, чтобы управлять соединением рисунков. Так, это позволит попасть на секретную миссию этой области. Секретная миссия – это испытание, за выполнение которой полагается награда. Открытие секретной миссии можно найти в главном меню. Прохождение их можно. А сейчас неограниченное число раз. Ты имеешь в виду как-то так, да? Ну, поехали попробуем секретную миссию. Перебейте всех демонов, начать миссию. Это у нас с вами испытание. Мы с вами все пробуем, возьмем, выясним, что это, чего, да и как. Если смотреть, что первая серия у нас вышла на 30 чем-то минут, вторая на 15 минут, и третья... почти уже на 35 минут. Yeah.
Давай, 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 давай. Не-не-не-не, не оживляй, не оживляй никого. Давай, 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 добиваем, добиваем. СС. Ага, мы так получим с вами осколочки душ. Так, из 4 осколков можно собрать сферу. Так, осколок синей сферы. Магический синий осколок жизненной силы. Из 4 осколков можно собрать кристалл, увеличивающий здоровье. Пройдено. Ну, по сути, мы с вами должны будем их все-таки выполнять, чтобы хотя бы немного, но апгрейднуть своего персонажа. Чтобы не сдыхать от одного удара. Но все равно, типа, если между 5-й и 4-й серии, то я выберу 4-й, конечно. Из-за того, что там охерительный сюжет и очень длительные уровни, и довольно прикольно созданные боссы с определенным... определенным чем, а с определенным этим. Так, тихо, назад. Нужно все собрать. Потому что это наши апгрейды, это наше все. Да, 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 да. Вот эти смерти, если что, это в 3-й части они появлялись. Да, динамичности, конечно, нету, но все же. Я же вернулся, типа. Давай, давай, добиваем его. Нацишку. Такое. Ладно, у нас есть сфера жизни. В смысле, я ее подобрал? Когда я успел сферу жизни подобрать? Вау. Это то, что нам нужно, походу, дойти до туда. Как же мне достало это дурацкое древо? Ну, я назову это древо, чем дерево. Так, еще 2 осколочка. Что-то долго на серии, походу, выходит. Может, что первые 2 миссии были такие долгие? Так. Давай, сферы, 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 сферы.
Так, я там потерял сферы. Не валяется нигде ничего. Кажется, нигде ничего не валяется. Да. Бегает он быстрее, чем я. Так, подождите, а я не видел, где куда можно ее всунуть. Так, а теперь мне объясняйте, куда ее можно было всунуть. Я сдох. Воу-воу-воу-воу-воу. И сильненькие какие-то, чертовы. Жесткий берсерк. Адский антетор. Антетор. Воу-воу-воу. Давай, 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 давай. Готово. Ага, вот где куда можно всунуть детеныша. Не, что-то эти заряды не очень. Ох, мне это начинает надоедать. Да, но я с тобой полностью согласен. Я понимаю, что мне придется серии записывать по часу с хуем. А рендерить это намного будет дольше. Рендерить это будет очень долго, в районе 3 часов где-то, если это час видео. Надо признать, эта новая рука просто восхитительна. Ну да, знаешь, типа, бластер из Мегамена, это довольно мощная штука. Особенно научиться ей полностью пользоваться. Так, телефоны будки. Некоторые телефоны до сих пор работают. Убедитесь в этом сами. Ответить. Что ж, телефон еще работает. Долго же ты думал без толочь. Знаешь что, давай-ка ты будешь запомнишь мне, и я буду тебе тащиться. А можно не зависать, спасибо. Так, звонок Ника. Вы можете вызвать Ника, чтобы обменять красные сферы на новые, так, навыки и предметы. Каждый найденный телефон — это возможность позвонить Ника. Ника, ты где? Стоять.
Так, Ника, поехали. Мне нужно способности. Или синяя роза. Я уже не помню. Ну, 300 тысяч это довольно круто, мне кажется. Здесь ничего нового. Изучай, да. Мне 14 тысяч. Перетасовка. Рулетка. Ладно, давайте возьмем. Добавим еще четвертую руку. А, закончить. А что, мне еще какие-то есть варианты что-то делать? У меня бластер, который по сути бесконечный. Все-таки я ошибался, здесь все-таки тоже в серии будут по часу с чем-то. Ну, это не прав, если не брать киношность, постоянную киношность. Так, здесь, походу, на поле боя, довольно жесткое поле боя. А, доктора вызвали? Человек. Вот уж не думал, что кто-то выживет. А, он похож на довольно сильного босса. Не то, что первый. Извини, что разочаровал. Слушай, я не видел тут парня вот такого роста. Да, строчкой. Говорю с ним по восточнее. Что-то там. Кровь бесценная их жертва. Пожирать вас без толку. Без толку. Каждая капля приближает мое становление владыкой демонов. Владыкой? Тебе? Не знаю. Ты, конечно, здоровый, но тебе больше подходит роль обычного громилы. Без обид. Жалкий человечишка. Тебе известно, кто я такой? Я покажу тебе ярость могучего Голиафа. Вот это будет жестко. Вау, 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 вау. Моими фрезами убить вот это существо. Забавный фокус. О, слушай, а на вечеринках не выступаешь? Раскольный колос Голиаф. Надеюсь, я быстро его заберу, потому что это будет жопа. Я вам отвечаю, это будет пиздец жопа. Уже у нас 50 минут. Без 20 секунд. Ты об этом пожалеешь. А можно вороты, пожалуйста? Спасибо. И это все, на что ты способен, человечишка? Воу-воу-воу-воу.
Ха-ха. Трепещи передо мной. Тут здесь могила. А можно мне, пожалуйста, у ворота делать? Спасибо. Вау, 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 вау. Хватит же. Раздражаешь. А, то есть он меня поглотил? Он меня типа поглотил или что? Вау, 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 вау. А где мои все руки? Ох, тихо, 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 тихо. Увы. Как просто человек мог так... Будь ты проклят. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, я вижу там руку. Давай, 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 Данте. О, хватило, все хватило, хватило, хватило. Мощи, главное подбирать все, что валяется, потому что это жопа будет тогда. Походу эта серия закончится и все, ребят, у меня уже места не будет. Я не могу погибнуть в таком месте. Плод принадлежит мне. Я стану владыкой, а не он. Клянусь, я режу свой как одержимый. А жребий свой. Рыдая о любви недостижимой. Почему? Почему ты? Поспеши на звук и свет. Охраним тебя в обед. А весь странный персонаж. Я уже думал, придется тебя выковыривать из живота. Прости мне мое опоздание. Я немного зачитался. Да уж. Пойди оторваться невозможно. А, так древо оторва... разрушилось. Я думал, мне туда придется идти. А, как думаешь, Данте все еще там? Если Резен его одолел, то он уже стал пыльцой Клипота. Чего?
Клипета. Так зовет дерево, что растет в подземном мире. Питаясь людскими кровью, тех, чью кровь она выпьет. Ждет, скажем так, незавидное участие. Все равно, нужно узнать наверняка. Если Данте жив, спасем его. Если нет, значит нет. Постой. Сначала мы должны уничтожить корни Клипота. Ви? Кто же ты такой? Знаю, опоздала. Жуткие пробки. Ты должно быть Ви, да? Эй, тебе на... Так, вон-вон, прямо под ногами. Тебе нужна эта штука, вон-вон, прямо под ногами. Вот, я сделаю из нее нечто обалденное. Ты что, просто взяла и... ничего? Ты хоть догадываешься, где она была? У тебя в руках? Сосредоточься на работе. Сосредоточься на работе. Фу, час прошел, мы серию закончили. Ништяк, о, хорошо все идет. Очки стиля. Бонус и штраф. Результат ашкам. 8к мы заработали. Главное меню. Да, выйти в главное меню. Фух, ребята, вот мы и закончили данную серию. Босс, в принципе, был 50-50. Были ли у него какие-то еще другие режимы? Нет. Уступают ли они боссам из четвертой части? Да. Ну, в основном, как я понял, боссы возвращаются в старые версии игр. То есть это Devil May Cry 3, Devil May Cry 1 и Devil May Cry 2. Да, так сказать, остается только у нас Неро и Ви. Не, Неро только из четвертой части. А так все по старинке. Одни и те же боссы, мы учим их стратегии, их атаки и слабые места. У данного типа врага, которого мы только что победили босса, слабое место было это голова. Но вы, у меня руки довольно сильные, поэтому мы так его быстро разнесли. Так, давай, загрузочка заканчивай, и мы закончим серию. Уже, в принципе, 58.20, ну, еще плюс интро, 30 10 секунд. Вау, секретная миссия. Ага, то есть секретная миссия у нас все вот так распространяется. Ну, смотрите, в принципе, секретных миссий не так много, то я думаю, не так... А это общее значение? Я думал, это типа вот в первом уровне. Пустота. Галерея. Давайте посмотрим, что нас здесь ждет в галерее. По сути, из долца мне добавлялись костюмы для каждого персонажа. И какие-то картинки в галерее. Давайте узнаем в этой серии, чтобы я потом просто не мучился и не тратил много времени в следующих сериях, которые будут. Отчеты Ника. Герои. Неро. Ника. Моррисон. А, вон ще это сообщение Моррисона. А ну-ка, что ты делаешь? Ох ты ж, ё-моё. Блин, давайте, наверное, думаю, прочтём. Враги. Эмпуза. О, это человек? Давайте, короче, на... Я думал, это просто муха. Оказывается, это голова человека у нас. Давайте тогда это все прочтём в следующей серии. У нас даже боссы есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всего у нас будет с вами 19 серий. Ну, считайте, уже 3 есть, не считая пролога. Поэтому 20 серий. Оружие. Ну, смотрите, в принципе, все охренительно, прикольно. И это все обязательно прочту вам. Это только у нас отчеты Ника. Да или нет? Это, или это просто библиотека? Нет, это только отчеты. Так, у нас сюжет есть. Миссия. Наверное, это тоже что-то. Значит, скорее всего, это видео. Проигрыватель. Devil May Cry. Angry Takeover Music. Скорее всего, это музыка. Поэтому, ребята, как-то так. У нас еще много чего ждет впереди, как можно увидеть по боссам. Нас еще ждет впереди 17 серий, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. Dum 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 d